очень рад, очень доволен, потому что думаю уже, как бы наша игра показалась хороший уровень. Вообще первый тайм выходил очень хорошо. Во второй тайме тоже играли, были моменты до забития голу, забили только один. Потом под конец начали как бы страховать, потому что боялись, že соперник может забить с одного удара гол и остается ничья. Там надо сказать, že в последний момент очень много помог команде Саня Нойок, потому что игрок ударил в него, думаю, потому что ворота уже была открыта, да. Ale надо сказать, že эта игра была в полностью наша. Да, результат только 1-0, но мы могли победить очень больше. То есть мастерство игрока, то можешь работать на тренировках каждый день, но потом приходит игра как бы чемпионат, да, приходит как игра как сегодня, и в таких играх надо забить сопернику что наибыстрее, потому что соперник учувствует, когда минуты идет вперед, да, час, время идет вперед, учувствует, že by mohol здесь забрать какие очко, как случилось, не знаю, раньше там с Акроном, когда мы играли здесь, да, с Хабаровском, да, с Хабаровским. Поэтому такие игры сложные, и это мастерство игрока, которое у него две возможности и забивает гол. И что можем сказать сегодня? Byla Pěrekládina, byl Blaštanga, хорошие моменty tam u Joela, хорошие моменty Dima Vorobiov, dva, zabil один gól, ale u něho ještě byly sledující dva хорошие моменty, da. No, realizácia, to už je gavarím, ne prvý raz. A je tomu nada terpět, probovat robotať i věřit, že tak, jak by situace bude lepší.